Когда мы были молоды, слушали старших деканов, нам труба говорила, скажу про тёлок, шикандосные. Молодые 12-летние, 16-летние, они шикандосные, ни одного изъяна в душе. И 16-летние, 20-летние, особенно 17-летние, шикандосные. Ни морщины, ни лишнего ничего на коже, они же как воздух. И 20-летние, 30-летние. Ши парни, они кондосные, потому что нежные уже, смелые. И 30-летние, и 40-летние, они шикандосные, умные и красивые, как плоды наших лучших дел ребят. И 40-летние, и 50-летние, шикандосные и безупречные, но упрекнуть не в чем, знающие все наизусть. 60-летние, 80-летние, шикандосные, потому что полностью информированные и только чистое обаяние. 90-летние, 110-летние, шикандосные, живые еще. Мертвые они, шикандосные. Черная земля, белая кость. Ничего лишнего, пацаны. Это почта, кость вечная, ничего лишнего.